Центр молодежного инновационного творчества «Инсайт» открыт при Бурятском государственном университете в декабре прошлого года. Выделена субсидия президента Российской Федерации в объеме 4 849 тысяч рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования для того, чтобы этот центр, молодежный центр, обучал школьников, студентов 3D-проектированию, робототехники, программированию, прототипированию и прочим вещам. И тем самым мы бы готовились кадры для инновационной экономики в Республике Бурятия. Проекты, которые будут реализованы в Центре молодежного инновационного творчества, как раз нацелены на то, чтобы выполнять эту основную функцию, которая продвигала бы национальную технологическую инициативу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. С этой целью открыты в Бурятии 4 ЦМИТа Центра молодежного инновационного творчества. Наш ЦМИТ один из четырех. И та субсидия, которая направлена только на приобретение высокотехнологичного оборудования, она предусматривает то, что мы будем зарабатывать деньги на этом оборудовании, учить детей, студентов зарабатывать такие, как бы оправдывать, окупать это оборудование. 70% времени, рабочего времени оборудования будет уделяться образовательным, бесплатным образовательным услугам, которые оказываются нами, учащимся 5-11 классов общеобразовательных школ, студентам техникумов и школы, и студентам высших образовательных учреждений. Самая главная цель – продвижение высоких технологий в промышленность, в производство и в целом в экономику. Ну, не только в производство, но и в социальную сферу, в развитии сувенирной продукции, в развитии разных других видов отраслей экономики. Я думаю, что эти четыре центра, которые объединились в ассоциацию ЦМИТов Республики Бурятия, то есть такая структура создается сейчас. Ассоциация будет защищать интересы ЦМИТов, будет продвигать также нас на федеральном уровне и на международном уровне. Поэтому то, что та инициатива Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия, правительства Республики Бурятия, Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия, все-таки инициатива увенчалась успехом. Было выделено 20 с лишним миллионов рублей на приобретение этой техники для 4 центров молодежного инновационного творчества. У нас такой есть здоровый оптимизм в том, что мы сумеем оправдать доверие, да, и разобьем этот центр